Всем здравствуйте, дорогие друзья! Вы, наверное, спросите, а где автор этого канала? Но, к сожалению, я сейчас на его могиле, и его здесь нет. Поэтому этот канал теперь принадлежит мне. И сегодня у нас обзор нового добавленного моба. К сожалению, автором этого канала это моб называется... Плотоядная улитка. Спавнится... Не просто же так я в болотах. В болотах! Спавнится небольшими группками иногда, а иногда и поодиночке. Вот так он выглядит. Он может жить под водой, но особо в воде он не спавнится. В чем же прелесть данного моба? Этот моб у нас ищет зомби, которых он готов съесть. Например, если улитка увидела зомби, то она пытается к нему подойти, но... Не знаю, почему автор моды так сделал, да. Но они особо не хотят атаковать зомби. Иногда их просто игнорируют. Что же будет, когда они этого зомби съедят? Вот, например, улитке упала плоть. И она начала создавать блоки в слизи своей. В чем прелесть этих блоков слизи? В том, что когда мы их ломаем, мы можем иногда получать слизь. И вот так вот мы можем бесконечно добывать слизь. Ну и на этом, в принципе, про моба все сказано. А дальше с вами будет говорить автор этого канала. Я-то думал, что он умер. Поэтому всем удачи и всем пока. И подписывайтесь на канал РМ. Конечно же, ссылка будет в описании. Да, спасибо за комментарий. Больше его звать видос не буду. Этот человек вам нагло врал. Во-первых, я жив, но это не важно. А во-вторых, слизь ты бесконечно добывать не сможешь. Да, улитка атакует зомби, но важно уточнить, что в одиночку эта улитка точно не съест хотя бы одного зомби. Все дело в размере уровня здоровья моба и уровня здоровья и урона зомби. Взрослая улитка имеет всего 10 единиц здоровья, то есть ее очень легко одолеть. И к тому же улитка не жрает тебя за один укус. Она медленно, не торопясь, ползет к жертве и делает небольшой... Зомби, конечно же, это не нравится, и он со своими 3-5 единицами урона давит офигевшего моба. Но дело в том, что ближайшие улитки не оценят данного момента и поползут помогать своему товарищу. Пока они это делают, зомби уже спокойно уйдет в другом направлении. Улитка не может быть всегда голодной, поэтому она иногда может игнорировать зомби рядом с собой. Данный моб должен был ползти к воде, так как в Мгреаторе появилась функция искать воду. Ну, как можете заметить, почему-то улитке все равно, и она попросту игнорирует воду рядом с собой. Ну и ладно, пусть будет и так счастлива. Ну а что если улитка все-таки сможет добыть заветную плоть? Она обязательно заглотит данный кусок гнилого мяса. И 100% под улиткой появится так называемый ковер из слизи. Но РМ сказал и даже показал, что ковер из слизи выпадает блоком. Да, это мое упущение, и я его исправил. Теперь, если ты сломаешь данный блок, с некоторым шансом оттуда выпадет слизь. А именно с 15% шансом. Но и с некоторым процентом во время съедения плоти под улиткой может появиться кладка яиц. Если их сломать, то ничего не произойдет. Но если подождать, то через время оттуда вылупится от 2 до 4 маленьких плотоядных улиток. А еще через время они вырастут у взрослых особей и будут ползать в поисках еды. Появляются данные мобы теперь и в мангровых болотах. Спасибо за просмотр, не забывай заходить в вкладку сообщества, там иногда бывает голосование за мобов и полезная информация о канале. Это последний такой видос, следующие подобные видосы будут сниматься чуть-чуть по-другому. Спойлер, они будут длиннее, и я не ограничусь одним новым мобом. Пишите в комментариях, что думаете по поводу данного моба, а я не прощаюсь, еще раз спасибо, услышимся в следующих видео.